А перед началом ролика не забудь подписаться на канал Супер Пиро. Парень реально старает, выпускает классные видео, так что подписочка. И не забываем про колокольчик, ребят. Классные видео парень старается, скоро у него выйдет новое видео. Тест петард, так что ждем, подписываемся, ребят. И всем привет, друзья, с вами канал Сейс Оптимус, и у нас новый обзор на мою новую коллекцию пиротехники. Так, ну что, погнали. Здесь у нас всем известные, как называются они? Ну, будем называть их соломкой. Они так и выглядят, как соломка. Это маленькие ракетки. Взял их пару штук. Так, значит, будем откладывать. Пару штук взял. Значит, следующий у нас это русская пиротехника Corsair Morgan с эффектами. Corsair 4 идет. Дальше поехали. Взял я от Super Salute бонус название. Такой фонтан. Не знаю, на секунд 30-40 он идет. Такие эффекты у него. Погнали дальше. Ну и пчелы. Один подписчик мне писал постоянно, где пчелы, хочет посмотреть пчел. Вот мы и посмотрим в следующем видео на эти эффекты. Погнали дальше. Взял супер жук. Вот такой вот. Вот такой супер жук от русский фейерверк. Так, дальше. У нас не было на канале блицев вот таких. Или, по-моему, один был, тоже от русского фейерверка. 4 штуки, упаковочку вот таких блицев взял. Погнали дальше. Ну, Corsair 2 старенькие, которые у меня уже были. От Super Salute 20 штук треуголки. Ну и самое такое крутое, здоровое у меня, это Corsair 1, 12 упаковок по 60 штук, того 720. 720 штук я хочу связать вместе и взорвать их. Вот такая большая упаковка петард Corsair 1. Так, ну и напоследок мы в конце видео, потом в следующем видео, во втором взорвем 5-взрывную от Super Salute римскую свечу. Называется она «Ночной пируэт». Вот такая от Super Salute, «Ночной пируэт» от Super Salute. Вот такие у нее эффекты. Ну, вот такой был обзорчик, ребят. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал Сейс Оптимус, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик и делиться этим видео в социальных сетях с друзьями. И ждем следующего видео с вот этими крутыми новыми петардами, ребят, салютами. Следующее видео выйдет, чем больше лайков вы поставите, тем быстрее выйдет видео. Всем пока!